экипация. Ну, а с ним были программы. Посмотри, что я написала. Ладно, я могу это взять себе. Мартиша, могу себе это взять? Плюс 7, 930. Да. Мишанина. Марта Арбенина и Диана Арбенина у нас сегодня в эфире в прямом. Осталось совсем немного времени, мы хотели бы, конечно, использовать его в первую очередь для песни. Представляете, вот так всегда, вот они говорят, можно петь только, только пой, пожалуйста, быстро. Нет, сейчас пойте медленно, пожалуйста. На самом деле это не шутка, пойте медленно. Как по льду с вами об руку рука, ниточка тонка. Как по льду наши души облака. Вы меня искали, сердце льнет. Пустота между нами, пусть мне повезет, пусть нам повезет. Я не ревную вас, двери открытые, и вы уходите. Инеем скрытые цвет неба каменный желтым подернуто весь фотокарточки контуры стертые. Мне побежать бы к вам в плечи, уткнуться лбом и в землю лить слова. Это и есть любовь, это и есть любовь, это и есть любовь. Дети вас любят, их не обмануть, в них заложен путь, лепестки, люди. Ищут край небес, а для нас он здесь. Стебли рвет нежность между нами. Пусть мне повезет, пусть нам повезет. Не ревную вас, двери открытые, и вы уходите. Инеем скрытые цвет неба каменный желтым подернуто, весь в фотокарточке контуры стертые. Мне побежать бы к вам в плечи, уткнуться лбом и в землю лить слова. Это и есть любовь, это и есть любовь, это и есть моя любовь. А мне побежать бы к вам в плечи, уткнуться лбом и в землю лить слова. Это и есть любовь, это и есть любовь, это и есть моя любовь. Диана Арбенина в эфире программы «Мишанина». Ты помнишь, Миша, что эта песня чуть ли не один из первых разов прозвучало как раз в «Крокусе» 2 года назад, правда, на «Мишанине». Процитирую очень много сообщений, но одно процитирую. Саша из Екатеринбурга пишет: «Диана, спасибо огромное за честность, преданность музыке.
за любовь к жизни, за те силы, которые дает нам ваше творчество, здоровье вам и вашим близким, и пусть всегда горит огонек жизни в вашем сердце. Берегите себя. Мы приедем в Свердловск, кстати. Ну, я говорю, Свердловск, Екатеринбург. Да. Концерт у нас в ноябре там будет. И все в порядке. Так, что, Марта, что? Я не ревную, написала ты? Да. Представляю себе меня лет через... Пять! Хотя бы семь, Мартиша. Мы еще передаем особенный привет нашему специальному слушателю Артему Арбенину, который сегодня прихворнул немножко. Меня спрашивают, вот. Извини, пожалуйста, меня спрашивают, а как дети? Я пишу, Марта в саду, Тёма в соплях. Ну а что, ну если так есть. Чтобы это изменилось, чтобы они были оба в саду, и все было хорошо. Да, спасибо большое за то, что пришла, и концерт в Крокусе 3 декабря. Да я не рекламирую, концерт пришла, ребята. Это я напомню. Спасибо, дорогая Диана. Спасибо. Вы как-то заряжаете, вы думаете, что мы как-то вот поддержим вас, скажем, как мы вас любим. А вы пришли и зарядили себе всей энергией. У меня все отлично, все хорошо. Главное, что у меня все нормально с головой. Дима, смотри на эту фигуру в окне. Ой, хорошо с вами. Ну почему я не пошла на радио работать? Почему?